Шиномонтаж, детейлинг, слесарный агрегатный цех, шинохранилище. Территория техцентра более 6,5 тысяч квадратных метров. Был основан 16 лет назад. Начали с небольшой автомойки, площадью всего 80 квадратных метров. На сегодняшний день центр оказывает более 1000 профильных услуг, более 100 человек личного состава, и есть еще планы на будущее. Построить учебный центр для студентов профессионального среднего образования, для того, чтобы эта профессия, автомеханик, она стала почетной и стала доступной и востребованной, так как это было в советское время. В этом году генеральный директор предприятия Ольга Селезнева стала победительницей конкурса «Леди бизнес Подмосковья», который организовала Торгово-промышленная палата Московской области. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина посетила Ольгу на рабочем месте, где бизнес-леди находится с 5 утра и до позднего вечера, работает в ручном режиме. То, что я увидела, для меня это неожиданно. Ну, то есть я ожидала все, что угодно увидеть, только не такую чистоту в таком техническом бизнесе, белые диваны, там, где вообще стоят машины и тяжелая техника, огромное количество зарубежных партнеров, которые поддержали, что говорит о том, что надо развивать такого рода бизнес. Вместе с представителями окружного совета депутатов Оксана Пушкина обсудила с руководством центра перспективы развития предприятия и осмотрела цеха. Парламентарий подчеркнула, что главной задачей, которую ставит проект «Локомотивы роста», является распространение опыта успешного ведения бизнеса в Подмосковье. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».